теперь вы прошли полгода тяжелейшей войны. Ни ваши деды, ни ваши прадеды, я думаю, в таких замесах не участвуют. Те, кто у нас был на Солидаре, парни, кто на Солидаре был? Да. Те, кто был на Солидаре, знают, что Сталинград отдыхает. Я сегодня ночью оттуда прилетел. Бодренько. Поэтому вам спасибо. Вам, Родина и народ, в долгу перед вами. Теперь вы не бывшие заключенные, а бойцы ЧВК Вагнера, а бывших не бывает. Всем дали книжечку. Адреналин держим в себе. То, что научились, на гражданке не используют. Врагов нету, все свои.